Всем привет, бродяги, с вами я, сталкер-баннерщик, это Сталкер Онлайн. Сервер раннего доступа и новый персонаж. Ну что, отдыхаем здесь около костра, и я готовлюсь к ходке на проводник. Да, хочу сегодня отправиться на проводник, сходить посмотреть, что да как там. Здесь я ни разу не был, посмотреть вообще, реально ли туда пройти. Ну и по возможности добыть проводник. Ха, конечно, шансов мало на это, но попробовать нужно. Итак, я закупился вот этими медикаментами. Мне нужны инъекторы. Инъекторы у меня кончились. Так, недостаточно места. Давайте мы пока скинем сейчас магазины. Примерно как-то так. И распакуем. Да, кто-то скажет, проще купить инъекторы. Но этот медицинский набор стоит 5 золотых, а инъектор стоит 20 золотых. Да, то есть, а шанс выпадения инъекторов тут, в принципе, большой. Ну и всех других полезных лекарств. Поэтому я вот покупаю их, если нужно. Так, ладно, давайте скинем пока инъекторы. Бинты. Да, вот бинтов тут много. Передоз бинтами, можно так сказать. Аптечки всегда пригодятся, их используешь рано или поздно. А вот бинты, они долго лежат, неиспользованные. Так, открываем дальше. Ну, пока ничего путевого нету. Хотя антитоксин выпал тоже неплохо. Ну, конечно, куча бинтов. Антитоксин и чертовка одна выпала. О, как раз у меня чертовка закончилась, так что мне отлично. Да, вот сейчас что-то выпадают одни лекарства, такие обычные. А сейчас закупим тогда еще одну партию и посмотрим. А золото у нас пока еще есть. Время от времени я его покупаю, поэтому можно не париться насчет этого. Так, давайте сбегаем, закупим. Врач у нас тут тоже имеется. Свой личный. Так, куплю лекарства. Ну вот, как вы видите, по 25 они стоят. 17 и 25. То есть на 25 я куплю 5 штук. На один инъектор я куплю 5 наборов этих. Да, конечно, выпадает иногда аптечки одни, бинты. Но вот сейчас выпал брусниковка, энергетик. Антитоксин выпал. Ну и бинты, как обычно. То есть, в принципе, даже дешевле получается так покупать. Ладно, энергетик у меня выпал. Я, конечно, хочу другое кое-что найти. Но то, что я хочу найти, выпадает очень редко. Все, открываем последние 4. Если нет, то нет. Ходочка все-таки тестовая будет на проводник. Поэтому мы просто посмотрим, что там творится. Но так как проводники на доске время от времени появляются, значит, сталкеры туда проходят. А мне как раз для обмена нужно проводник добыть. Не один, конечно, но нужно начать пока с одного. Так, открываем дальше стимуляторы. А в этот раз что-то не особо везет. Бывает, открываешь одни инъекторы. Вот чертовка выпала. Неплохо. Так, давайте вот так вот поставим. Нет, воду обязательно нужно. Воду вместо... О, вот примерно как-то так у нас будет. Инъекторы у нас есть. Энергетик я взял. Антитоксин можно пока скинуть. Ну и лишние аптеки. Так, а где мои магазины-то? Все, в принципе, я к ходке готов. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали. Напоследок посмотрим сейчас оружейника. Ничего тут интересного не появилось у него, нет. Все, погнали на проводник. Ночь. Ну, ночь звездная. Нормально. Даже в такую погоду лучше идти. А близнецы хорошо будет видно. Их не границы. То есть вот не в такую прям темную погоду, а вот когда погода
вечер или раннее утро. Я думаю, самое то будет. Вспомнить, где бы еще тут выход к проводнику. Да, а бегу я сейчас вот с вихрем. Да, ё-моё. Всего меня подрали кабанчики. А вихрь неплохая очень такая машинка. Убойная. Она поубойнее, чем винтарь и вал. Ну и плюс она короткая. Вот этот длинный ствол как-то перед лицом не мельтешит. Хотя тут, в принципе, по большому счету, без разницы. Но все равно. Она такая компактная. Хорошая машинка. Убойная прям. Мне нравится. Не жалею, что поменял, но то, что винтарь продал. Пойдет. Итак, куда мы вышли вообще? Блин, я вообще не в ту сторону вышел. Да ё-моё, сталкер. Но это, в принципе, и правильно. Возьму сохранение. Да, возьму сохранение около костра. Оттуда, в принципе, ближе бежать. Хотя, наверное, с нашей базы ближе, но я побежал не в ту сторону, что-то задумался. Бывает у меня такое. Или, может быть, вообще респ взять около пещеры паукана, там еще ближе будет. Ну да, вышел, спустился. Да, скорее всего, мы возьмем респ сейчас около пещеры паукана. Это ближайший респ, который нам доступен. А ну да, можно было, конечно, на базе, но здесь антисигма. У нас с ними натянутые, так сказать, отношения. Проще говоря, война. Поэтому... А побежим к пауканчику. Возьмем у него там респ и уже оттуда будем направляться. Никого. Нормальная зона пуста, просто красота, бегаешь один. А первое время это как-то немножко напрягало, то есть сталкеров нету. Неуютно себя чувствовал, а сейчас наоборот. Сталкеров нету, красота. Так, ты что-то сталкер опять задумался, побежал куда-то. Не в ту степь. Посмотрим, может быть, что-то из артефактов будет. А тут частенько, в принципе, встречаются. Погода прям великолепная. Такое ощущение, как будто не в аномальной зоне, а где-то на прогулке идешь. Ну вот и аномалии показались. Нет, ты явно не на прогулке. Так, с какой стороны обойдем? Давайте вот на этой цели. Опа, зацепила меня немножко аномалия. Ну, я шустро пробежал. Итак, да, я думаю, отсюда будет все-таки поближе. Отсюда и будем двигать. Сейчас подлечимся, посмотрим, что у нас есть. Так, ну, патроны-то особо там не понадобятся. Понадобятся, но не так. Так, энергетик есть. Сюда поставим, наверное, психомоторку. Энергетик вот сюда поставим.
Да. А ты глушение хотел купить? Ну, открыть, если повезет, достать. Но нет, надо было на доске, наверное, прикупить. Ну, немножко, конечно. СП у меня. Сейчас бегаю с тремя видами оружия. То есть БНЛ у меня, вихрь и калаш. Калаш, как, в принципе, основной, это у меня стоит. А вот БНЛ с вихрем я время от времени меняю местами. В принципе, и тот ствол хорош. Поэтому бегаю пока с тремя. Позволяет вес, количество магазинов. Ну что, а погнали на разведку. Посмотрим вообще, что там такое. Не, в идеале, конечно, пройти и добыть проводник. Это будет прям вообще идеально. Но я понимаю, что такого не получится. По крайней мере, с первого раза. Поэтому двигаем. Так, а вот здесь лучше поставить панели, чтобы не тратить. Патроны на вихрь. А тут у нас брутеры не особо крутые. Да даже если бы они были не ослабленные. А такие, как в пещере, убивать их просто красота. Так вот, не знаю, разделывать или их нет. Нет. Разделывать мы не будем. Все-таки кости у них не такие, какие нужны. Полковнику эти кости не пригодятся. Так, с какой стороны заходить? Вроде дальше, я уже не помню. На проводнике был 100 лет давно. А здесь именно на сервере раннего доступа я ни разу не был еще. Ну, почему-то я думал, что пройти туда нереально. То есть, так как защиты сейчас нету как таковой. Только броня и шлем, и каска. Но так как на доске время от времени появляются проводники, значит сталкеры как-то доходят туда. Но если у них получилось, то почему у меня не получится? Попытка не пытка. Ну и тем более мне нужны проводники для обмена гранатомета. До сих пор собираем. Ну, здесь не просто, это не на МСК, можно все купить, имея деньги. Здесь деньги есть, а вот купить не получается. Так как и тут деньги не все решают, если честно. Но, с другой стороны, хорошо. Так. Так, так, так. Кажется, дальше еще надо двигать. Я не помню уже, где действительно заходить. Но сегодня будем искать места. Так, давайте вот здесь наверное, поднимемся. Еще, конечно, тут отличие от МСК-сервера, что персонаж не может просто раз и залезть. А тут нужно искать такие места, откуда он не скатится. Так, вон туда нам нужно. А это только методом проб и ошибок. Так, залез. Вроде вот здесь залазит. Отлично. Как дальше будет неизвестно. Ой-ё! Вот тебе и дальше. Получится выбраться? Да, есть. Краешка мне зацепила аномалия. А, ну, мы уже почти на месте. Аккуратно. Так, да, действительно, вот я, в принципе, с первого раза дорогу нашел и недалеко от пещеры паукана правильно выбрал направление. Вот мы на месте. Как идти, даже не знаю, но знаю одно. Колем себе психомоторку. Двигаемся потихоньку. Да. Тут
Тут есть два варианта, или поверху, или понизу. Не знаю, как тут лучше пройти. Вот, или здесь пойти, или там пойти. Там мы скатимся, а здесь... Красиво тут, конечно. Так. Тут красный близнец. Там уже... А, синий бьет. Они вообще тут работают? Да по-любому работают. Работают и очень даже неплохо. Итак. Лежим пока. С этой стороны не особо. А можно попробовать на дурака пробежать. Под психой, в принципе... У меня есть энергетики, сейчас вколем. Можно, конечно. Даже не знаю, рискнуть? Да давайте, наверное, рискнем. Так, туда, потом туда, потом туда. Добежим до красного близнеца и там уже отдохнем. Если получится. А для начала нужно сбросить интоксикацию. Бегать-то мы не можем. А вот воды мне в этот раз что-то маловато. Ну что, я силы восстановил, погнали. Где я упал-то? Да, упал в самом близнеце. Не получится с наскока. Давайте перейдем в безопаску. Отдохнем, снимем каплю и попробуем понизу пройти. Так, ну что, подлечились, хватит. Пора и отправляться. С какой стороны в этот раз захожу, что-то немножко по-другому иду. Ну, в принципе, без разницы, главное наверх залезть. Нет, здесь не прокатит. Так, примерно где-то здесь я залазил. Нет, не здесь.
Ну, можно постараться и здесь залезть. В принципе, тоже. Опа. Получается. Ну, вот хотя бы до сюда. Так, да, мы почти добежали, в этот раз даже покороче немножко путь нашел я. Стоп. Вот здесь надо залезть, а ну для начала нужно энергетик. Да, первый раз у меня была крыса, крыса все-таки помощнее, чем энергетик будет. Но после смерти она уже... Они действуют. Энергетик действует всегда. Так, опа. Аномалия. Опять я в эту аномалию попал, да? Ладно, выпрыгнем сейчас. Есть, выпрыгнули. Ну вот, мы почти пришли уже. Вот здесь можно, конечно, понизу попробовать, но здесь шанс скатиться есть. Я вот не знаю, пробежит ли он здесь. Да нет, скорее всего, он там не пройдет. Скатится просто с горы и все. Ну что ж, поверху иди тогда. Ладно, пойдем тогда не спеша. Других вариантов нет. Да, красиво, опасно здесь. Опасно, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее кали себе. Да, стимулятор у меня есть. Поэтому стимулятор выручает, но после него особо не побегаешь. Ну и как здесь проходить? Сейчас наберем положительного эффекта немножко. Все, набрали. Теперь пошли. Так, стоп, куда дальше? Так, 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 стоп, 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 стоим, ждем. Позитивный же, вот он. Моторка. Энергетик. Блин, скатился, ё-моё. Тоже отправляемся дальше. Ох, тут уже ведуны. Рано я расслабился.
Немножко не успел подлечиться. Так, дотопали мы вот сюда. Но я успел вколоть себе психомоторку, поэтому лежим. Умер-то я не от близнеца, а умер от того, что у меня кончилось здоровье, не успел подлечиться. Поэтому шанс подняться у меня есть. Главное сразу вколоть себе. А, нет. Негативный близнец бьет. Ну что, здесь ничего мне не поможет. В безопаску. Но, по крайней мере, до сюда я дошел. Сейчас подлечимся. И двинем опять. Ну, а кто говорил, что будет легко? Да, в принципе, все, можно сразу двигать. Так. Мне тут какой-то сталкер писал. Из монолита, кажется. Двинем дальше. Вот почему-то мне не покидает стойкое ощущение, что я вот последний раз пошел не туда, надо было вверх идти. Я там не был уже 100 лет на этом проводнике, и я не помню, в какую сторону вообще двигаться. Так что вот пошел я по низу, а вот, наверное, надо было повыше туда залезть. Немножко не в ту сторону, скорее всего, пошел. Но в любом случае об этом можно узнать только методом проб и ошибок, что я и буду сейчас делать. Второй раз я продвинулся чуть-чуть подальше. Так, стоп. Здесь так не получится забраться. Нужно подкопить немножко энергии. Выносливости. Ну, а можно просто вколоть себе энергетик. Нет, не прокатит. Ладно. Побежали. Там зайду. Опа. Аномалия. Давай, сталкер, еще шажочек. Да, вот когда у вас не получается забежать, вы просто делаете небольшой шажочек. Или вот такой небольшой прыжок. И все. И вы наверху. Но не всегда это помогает. Если запас сил кончается, то все равно съедешь вниз. Так, ну что, здесь залезем? А, без разницы, можно и там залезть. Опять это аномалия. Не, второй раз я на этом не куплюсь. Вот мы почти уже на месте. Ах, не, мы тут не залезем. Склон не даст, поэтому идем в обход. Дорожка. Итак, двигаемся. Два близнеца впереди мы видим. До туда мы дойти уже можем, да? Значит, осталось найти еще третьего и потом прыгнуть на третьего. Так, понемножку, думаю, продвинемся. Так, психомоторка у нас действует. Давайте посмотрим. По большому счету, она тут особо не нужна, психомоторка, но лучше лишний раз колоть ее. Ну, мало ли. Попытка
номер 3. Хотя, чё эти попытки считать? Где тут красный близнец-то? Вот. Положительный герой. Но сейчас зарядимся немножко и двинемся дальше. Сталкер пишет, говорят, что на Тунге нету ГП-5. Да много чего говорят. И что, обмена нету, и ГП-5 нету. Ну ты нашел кого спрашивать? У тех, кто продает за 1 миллион. А противогаз, он спрашивает, есть ли на Тунге противогазы. Куда они делись? Они всегда там были. Ну, если нету, то да. Так, ладно. Вон там нам нужно пройти, да? Постараемся. Хотя, не знаю, может быть, с этой стороны будет удобнее. Сейчас меня уже будет близнец лупасить. А вот здесь мы не пройдем. Положительный близнец. Да, действительно. Мы же теперь можем залазить на скалы, на заборы и на все остальное. Меня негативный бить начал. Блин, да что такое? Я же в позитивном стоял. В общем, я умер. Ну, теперь я знаю, где третий близнец, по которому, в принципе, можно ориентироваться дальше. Итак. Я опять умер, но как-то... Отвлекся. У меня кончились еще энергетики, хотел сказать. Инъекторы, да. Теперь быстро не подлечишься. Ну, а без инъекторов идти туда не имеет смысла. Да, их надо побольше взять. Так как пока ты используешь аптечку, умрешь раз 20. А поэтому стоит быстренько вернуться на базу и прикупить инъекторов. Да. Даже, может быть, стоит выложить немножко патронов, магазинов, может быть, даже чуть-чуть обычных аптечек. Так как по факту они особо там и не нужны. Нужны всякие инъекторы, ну и везение, конечно, без него никуда. Ладно, вернемся на базу туда. Хорошо, здесь все рядом. Я вот ждал, в принципе, такого момента, когда будет все под боком, и можно будет и на пауканчика сходить, и на проводник. Так, здесь мы не залезем, я точно знаю. Здесь можно залезть, но у меня энергии столько не будет. Ну вот мы и дома. Временный наш дом. Это обычно я называю домом гурман. Ну что, так оно и есть, это дом для сталкеров. Ну и временный дом, это вот база. Так что неизвестно, что будет в следующий захват. Может быть, не получится отбить. Защитить, вернее. Поэтому временный. Итак, да. Прикупим сейчас немножко инъекторов. Часть магазинов надо скинуть, я думаю. Куда нам столько? Так, мало стимуляторы. Ну, мало стимуляторы, раз они есть, почему их не взять?
Они, конечно, не так хороши, как большие, но, в принципе, здоровье восстанавливают. А нам больше ничего не нужно. Так, скинем немного магазинов, немного магазинов. На вихрь тоже скинем. Да, то, что у нас есть, этого хватит. Ну и, конечно, все остальное мы, наверное... прикупим сейчас инъекторов. Так, куплю лекарства. Стимуляторов. Единственное ограничение, это ограничение не только по весу, но и по количеству мест. 70-97. Ну вот, я думаю, столько стимуляторов нам хватит. Про запас, так сказал я. Так сказать. Так, ничего новенького не появился. Ну что, вернемся. Да, вернемся к проводнику и попробуем прорваться еще раз. Так, может быть, отсюда, в принципе, ближе будет? А давайте посмотрим. Не от паука, а вот отсюда, если бежать. Да нет, я не думаю, что ближе. От паука, в принципе... поближе будет. Вышел сразу, хоп, и тут. А тут пока добежишь, да. Но с другой стороны, у паукана-то ты не можешь пополнить запас аптечек, лекарств. А здесь можно. О, самый дальний мой прыжок, наверное. Вот, в принципе, мы уже вот здесь находимся, да. По большому счету, почти одинаково. Так, а где здесь нам залезть бы поудобнее? Нужно место запомнить, чтобы уже потом по нему постоянно лазить. Так, ну вот оно, что его запоминать. Да, быстро я добежал, можно сказать, половины пути пролетел вниз с горы, так что по большому счету особо большой разницы нету, с какой стороны бежать. Ну вот, я уже здесь. Да, будем, значит, бегать от нашей базы. Ух, ё! Ну, как видите, у вихря почти нет отдачи. То есть на ближних, ну, на средних, можно сказать, дистанциях очень даже неплохо стреляет. На дальних уже, конечно, отдача есть, ствол ведет. Но чего не скажешь про винтарь. О, блин, опять аномалия. Про винтарь. У винтаря и на ближних дистанциях отдача побольше. Так что я не знаю, почему сталкеры не покупают вот именно вихрь. А может быть, смущает то, что нету фонарика. Ну, пока ствол ты не купишь, глушитель ты не можешь повесить фонарик. А, ну, а глушители я видел только вот у одного сталкера. Где он его взял, я не знаю. Надо будет спросить, если увижу. Ну и по большому счету, то они одинаковые. Но вихрь все-таки получше будет. Так, ну что-то я здесь опять заблудился. Да, там, где нужно, не залез, и теперь придется идти в обход. Сказал, что Stalker Online это симулятор бега. Вот в такие моменты я с ним согласен. Ах, не хватает запаса сил, ну вниз не спускайся. Сейчас кольнем себе инъектор. Может быть, сразу здесь запрыгнем, залезем, забежим.
давайте вот здесь пройдем. Ну что, очередная попытка пройти. Теперь я знаю, где есть третий близнец. Ну, почему-то меня там убило. Там, наверное, рядышком прям негативный стоит. Да. Вот я думаю, не зашел ли я там в тупик. Кажется, по этой дороге нужно идти. Если мне не изменяет память. Ну что, проверим. Так, что у нас действует? Инъектор. Бодрость. Вколю себе психум. Антитоксин не нужен, но вколю. Все равно уже кончается скоро. Так, брусниковку. Ну и чертовку. Погнали, сталкер. Так, где тут у нас положительный тусует? Так, значит, один там, второй там, третий через камень перелазишь. Там ведуны еще уже появляются. Да, еще вторая опасность, можно так сказать, тут и ведуны. Их же тоже тут никто не стреляет, их тут полно. Нужно быть аккуратным. Они аж вон куда выходят. Так, все, погнали. Да, на камень, и там сразу положительный близнец. Может быть, где-то дальше есть? Я вот, если честно, не знаю. Так, а получится ли у меня залезть? Давай, сталкер. Ну. Нету сил. Давай, залази, блин. Слишком передоз. А передоз у меня лекарствами. Здесь я умер. Во второй раз. Да, передоз лекарствами, ну а долго тоже там находиться опасно. Вот не знаю, в какую сторону, в ту идти или туда. Может быть, кто-то из сталкеров подскажет. Ну, а сейчас мы переходим в безопаску. На этом я свою ходку завершаю. Да, а так как давно я все-таки не был там, поэтому не знаю, в какую сторону идти. По этой дороге или вот подняться наверх. Ну, кто из сталкеров, если смотрит мой репортаж из зоны, подскажите. Ну, а в следующий раз я тогда уже отправлюсь с информацией. Так, ничего интересного нету. На этом все, сталкер. Это была такая небольшая ходка, разведка, да. Разведка, ходка. Ходка, разведка. В следующий раз мы будем немножко умнее и немножко опытнее. На этом все. Всем до встречи. Всем пока. Увидимся.